Привет всем, вы на канале Топ Армия. В Астраханской области на полигоне Капустин Яр прошли учения с применением новейших систем войсковой ПВО. Военнослужащие организовали эшелонированную противовоздушную оборону и отразили массированный удар баллистических и крылатых ракет. Как сообщает пресс-служба Минобороны Российской Федерации, в ходе учения зенитчики уничтожили более 30 воздушных, одиночных и групповых целей на высоте от 8 метров до 35 километров и дальности от 3 до 50 километров. В маневрах задействовали зенитно-ракетные системы и комплексы С-300 В-4, БУК-М3, ТОР-М2, боевые машины «Тайфун» ПВО с ПЗРК «Верба». А на этом все. Вы были на канале Топ Армия. Делитесь своим мнением в комментариях под видео. Ну а я с вами прощаюсь. Всем пока. Седьмой, подвод.